манеже имени братьев Знаменских в Москве проходил всесоюзный зимний чемпионат по легкой атлетике. Дистанция 60 метров. Первой оказалась москвичка Надежда Бесфамильная. Ленинградка Надежда Чижова толкнула ядро дальше всех. 18 метров 47 сантиметров. С первой же попытки ленинградец Юрий Тармак одолел высоту 2 метра 20 сантиметров. Молодой прыгун шестом из Харькова Евгений Тананенко стал чемпионом страны с результатом 5 метров 20 сантиметров. Всего 1 сантиметра не хватило Виктору Санееву из Сухуми до собственного мирового рекорда в тройном прыжке. Новый всесоюзный рекорд в беге на 60 метров с барьерами установил Анатолий Машашвили из Тбилиси 7,6 секунды. По итогам этих соревнований сформирована сборная страны для участия в чемпионате Европы в Гренобле.